Мы благодарны Богу за предоставленную возможность прийти в ваши дома, встретиться с вами, провести последующих полчаса. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния. Еще раз спасибо вам за то, что вы присоединяетесь к этому служению. Сегодня оно будет в необычном формате. Обычно используется время, используется полчаса или больше, чем полчаса для того, чтобы преломить духовный хлеб, для того, чтобы говорить о вещах, которые Дух Святой озвучивает для поместной общины и не только для поместной общины. Сегодня ничего не поменяется в этом отношении, кроме того, что подача или послание будет в таком формате общения или диалога. И верим, что оно будет назидающим не только для собравшихся здесь в церкви, но в равной мере и для каждого, и каждого, и каждого из вас. В течение следующих полчаса снизу своего экрана вы будете видеть номер телефона. И мы поощряем вас найти возможным позвонить нам, где бы вы ни принимали наш сигнал. Дайте нам знать, где вы нас смотрите и где вы принимаете наш сигнал. И также будьте осведомлены о том, что сегодняшняя программа, как и любая другая программа в воскресный день, представляется вам, уважаемые телезрители, каждый вторник с 6 до 7 вечера по тихоокеанскому времени или с 9 до 10 по восточному времени. Если вы предпочитаете электронный формат, есть адрес электронной почты, напишите нам несколько слов о том, насколько важной, насколько благословенной, насколько созидательной была эта телевизионная программа для каждого и каждого из вас. Ну и в равной мере мы хотим поощрить вас воспользоваться возможностью, потому что в недрах молодежного служения здесь, в Церкви Христианской Веры, несколько лет тому назад было рождено служение, мы называем его push, pray till something happens, веря, что есть сила в согласии. Место согласия – это место огромнейшей и огромнейшей силы. Если у вас есть нужда, если у вас есть молитвенная просьба, если вы оказались в ситуации, в очень сложной для вас ситуации, мы хотим подставить свое плечо, молиться вместе с вами и верить, что Бог выйдет вам навстречу и решит вашу проблему, какой бы она ни была, экономической или эмоциональной, или физической, или семейной, какой бы то ни было, для Бога абсолютно нет ничего невозможного. Поэтому по номеру телефона позвони, вы можете оставить свою молитвенную нужду, свою молитвенную просьбу, мы передадим ее по этой цепи. И в очень короткий срок огромнейшая группа людей будет об этом осведомлена. И, как я сказал, не с тем, чтобы повторяться, подставим свое плечо, чтобы молиться, ходатайствовать о каждом и о каждом из вас. Еще раз огромнейшая всем вам благодарность за то, что вы здесь. Сегодня у нас в гостях из Украины пастор Сергей Балюк, и нам рассудилось провести этих полчаса в беседе, в разговоре, в интервью, наверное, можно сказать. В любом случае, верим, что это будет назидательным и благословенным для каждого из вас. Пастор Сергей, несколько слов о себе. Вообще, откуда и как? Ну, приветствую всех вас, дорогие друзья и телезрители. Я, как ты говорил в собрании, с того же болота, только я называю это лечебная грязь. Мы родились в городе Чернограде, и наши родители дружили. Очень близкими друзьями. Да, и благодарю им за то, что они смогли прищепить нам и передать нам христианскую веру, которую мы продолжаем нести дальше. Сергей, ты мечтал когда-то быть пастором? Вырастая в семье служителя, была такая у тебя идея или наоборот у тебя был негативный опыт? Дело в том, что в те времена быть пастором означало почти сидеть в тюрьме. Поэтому я приготавливал себя к трудностям и даже написал песню о тюрьме, о решетке. И почему-то я думал, что я пойду проповедовать алеутам. Даже песню тоже написал. Алеутка далекая, это немножко пожди, там любит Бог тебя. И я приготавливал себя к страданиям. Однажды мы были в лесу с моим другом, развели костер и жарили сало. Я взял уголек. Ты не мог отойти от... Да, от традиции. От концепта, от традиции. Да, да. И я взял уголек с огня и положил себе сюда на руку. И смотрел, как жарится моя кожа. Он смотрит на меня, вот сосед был, говорит: ты что, ненормальный, что ты делаешь? Он не понимал, что я приготавливал эмоционально себя. Эмоционально ты себя готовил. Да, к этому. Потом я так бросил это, и осталась такая
небольшая дырочка. Ну, это было на этой руке. Вот, я правша. И вот такие были мечтания. То есть я всю жизнь, с детства, сколько помню себя, я думал о миссионерстве. Не о пасторстве как таком, в современном понимании этого слова, а о проповеди Евангелия людям, которые никогда не слышали Евангелия. Ты в служении уже, можно сказать, полного времени больше 20 лет, однозначно. Да, уже какие уроки, 30. Принципиальные вот вещи, если бы ты мог передать это следующему поколению. Тебе бы сказали: Сергей, из всего твоего огромнейшего опыта, а он у тебя не маленький, да? Что бы ты хотел передать? Что важно на сегодняшний день? Что не стареет, что не меняет, что будет практичным через 20, через 100 лет, если Христос не придет? Ну, самое первое, чтобы быть в служении, надо иметь призвание от Бога. Если нету призвания, то никакое служение не состоится. Дальше, если даже есть призвание, тогда должна быть верность Богу и Его принципам. Должен быть внутри каждого служителя такой стержень или фундамент жизни, который не сломает этого служителя, даже когда будут трудности, даже когда будут преследования, или когда будут большие благословения, большая слава или большая популярность, или если в жизни будут большие вызовы, трудности или непонимание, у этого служителя должен быть стержень, который будет держать его все это время. Второе, надо понимать, что Евангелие, оно неизменно. Истина, она одна и та же. Но преломление истины Слова Божьего изменяется в разные времена и в разные культуры. То есть форма служения, поклонения Богу во времена Советского Союза отличается от формы поклонения тому же Богу во времена свободы. Например, когда-то была очень популярная песня «Журавли, возьмите меня с собой с севера дикого в сторону южную». Это пели... Ну, подтема была, да, ссылок, лагерей. На небеса и так далее. Да, эту песню пели верующие, которые сидели в тюрьмах или в лагерях. И южная сторона – это была не только Украина или Канары, а южная сторона просто для современного поколения, которое не понимает, что такие южные края. Ну, я опять же с парадигмы Украины говорю, потому что это Мальдивы или Бали, а здесь Калифорния – это уже юг. Так вот, если ты на севере... Мы прилетели, похоже. Да, да, да. Если ты на севере России, тогда южная сторона – это твой дом. Или как бы подспутно еще небеса. Но когда времена изменились, и церковь, вместо того, чтобы быть где-то в углу, как в ровно молитвенный дом, остановка конечная, молитвенный дом, здание конечное, и надо преодолеть еще 100 метров болота. Чтобы попасть на собрание. То есть советская система, она просто толкала церковь в угол. Вы никто, мы переживем вас, вы скоро вымрете, как динозавры. Но когда время изменилось, и церковь стала в центре общества, и общество говорит: церковь, учите нас, говорите нам о христианских ценностях, говорите, как нам жить, потому что старая система, мы видим, не работает, а как жить по-новому, мы не знаем. А церковь дальше поет: журавли, возьмите меня с собой в сторону южную. Тогда общество, оно не понимает. И церковь как бы вышла на авансцену, и, как всегда, было немножко не готово к этим вызовам и к новому времени. Поэтому для служителя очень важно вовремя предвосхищать новое время, которое приходит. То есть иметь некий пророческий дар, или я даже бы сказал чуйку, чувство такое, да, интуитивное, чтобы знать, что делать в следующее время, во времена изменений. Вот хорошо, что ты взял разговор в этом направлении, потому что о сыновьях из Сахара написано, да? Да. Было из всего множества людей 200 человек. Колено из Сахара, быть может, не было настолько многолюдным, как колено того же Иуды, но это не столько важно. Из всего колена было 200 человек. И их отличительная черта сводилась к тому, что они разбирались во времени.
они знали не просто хронос, да, они знали не просто хронологию, что закончился в нашем случае или заканчивается 2016, наступает 2017 год. Они понимали, что есть божественные часы, есть кайрос, есть время, есть часы, согласно которым живет Бог. Мы можем немножечко тут не разобраться с хронос, да, мы можем не разобраться с 16, 15, старый Новый год, новый Новый год, но как важно не пропустить часы, по которым... Это как поворот на хайвей. Если ты пропустил экзит, ты едешь дальше и очень долго и нудно тратишь время и бензин, чтобы снова возвратиться к той точке, где ты ее проморгал. Но вообще успех — это когда кайрос встречается с рема. Абсолютно. Или когда рема встречается с кайросом. То есть ты имеешь слово рема от Бога, и ты понимаешь, что это тот момент, это тот кайрос, который Бог предопределил для тебя в твоей жизни, и ты, соответственно, с этого начинаешь действовать. Ты, пастор Сергей, полагаешь, успех. Что иметь одно рема – это еще не все? Нет, не все. Надо знать, когда это рема применить. То есть должно быть рема, откровение от Бога, свежий хлеб, как говорил Иисус. И это не просто логос из... Это не просто рема из логоса, это даже еще пережитое слово, которым живет человек. Пережитое. А пережитое – это как пережеванное или усвоенное. Когда мы берем хлеб или пищу, она попадает в нашу внутренность, и она должна быть усвоена организмом. Если она не усвоивается, тогда организм болен, и она просто выходит. Отвержение происходит. Она просто выходит. И, ну, успешный христианин – это тот христианин, который переживает рему. И тогда слово становится плотью. Вот тогда, когда оно становится плотью, оно начинает действовать. Библия говорит, что Слово Божие живо и действенно. То есть оно становится частью нас, и когда оно становится частью нас, или мы становимся частью Его, тогда мы уже неотделимы от Бога. Мы становимся единым целым с Богом. И вот через таких людей может действовать Бог. И потом надо знать откровение, что делать. Иисус Христос был воплощенное Слово Бога. Да? Он как был, Иисус Христос фактически был рема на земле. Не логос просто, а рема на земле. И Он отвечал на нужды человека, людей. Да? Но Он не всех исцелял. Он не делал чудеса, могу так сказать, не знаю. Он не делал чудеса каждый день. Понимаете? Он делал только то, что он слышал и видел. И видел, что делает Бог. То есть он был в хроносе, да, в соответствии, в комплементарности, будучи здесь человеком на земле, своим небесным отцом, который был на небесах. И то, что происходило там, происходило здесь. Это было как рефлексия. Понимаете? Успешный человек, который видит, как Моисей, эту скинию, которая на небесах. Ты так много говоришь в немногих словах. Давай мы еще раз возвратимся. И потом он это сделал на земле. Бог ему сказал, ты видел там на горе? Да. А теперь иди и сделай это на земле. Пастор Сергей, на практический уровень давай мы возьмем. Вот есть в зале или есть в нашей аудитории, телеаудитории люди, которые, пример, болезнь, скажем, даже неизлечимый диагноз, да? Переподай этот материал сейчас еще раз в отношении рема для человека, чтобы слово было не только живым, но и действующим для него. Насколько важно сказать так, как сказал апостол Павел когда-то, я от самого Господа принял то, что передаю вам. Почему это важно для человека? Для человека это очень важно, чтобы не умереть. Когда Иов получил большие вызовы в жизни, один день пришли и сказали, весь твой бизнес банкрот, все у тебя украли или забрали. Для мужчины потерять бизнес – это большой удар. Через некоторое время снова пришла смс-ка, все твои дети умерли. Смерть одного ребенка – это трагедия, двух – это катастрофа. А если похороны всех детей в один день – это уже новость национального масштаба. И это не конец. Потом пришло и большое испытание в его жизнь, это здоровье. То есть у мужчины забрали бизнес, забрали семью и забрали здоровье. Что можно тогда делать?
ты вообще, кто ты? Ты никто. Тогда ты никто. Вот выходишь из дома, садишься на бордюру, на асфальт, и у тебя ничего нет. Ты кто? Вообще потерянный, бездомный, homeless, да? Кто ты? Можем, большинство людей, они бы потерялись в этом, потому что они ассоциировали себя с бизнесом, со счетами в банке или с каким-то саном, положением в обществе или со своим телом. Но мы видим в Библии человек, который потерял все, но не потерял себя. Так вот, очень важно, когда мы теряем здоровье людей, близких, деньги даже, многое можно потерять, да? Важно не потерять себя. Но чтобы не потерять себя, надо иметь внутри вот этот стержень, о котором я говорил. А этот стержень может дать только Слово Божье, только рема. И Иов, он имел это рема, и он говорил: «Я знаю, что ты восстановишь кости, да, мои, или кожу мою, ты восстановишь». И вот это, он имел это рема, он имел это слово, которое давало ему идентификацию. Не деньги, даже не дети, как бы это парадоксально, не семья, как бы это парадоксально не звучало, да? Даже не церковь, даже не друзья, которые пришли его утешать, но фактически его добивали, да? Но он понимал, что идентификацию ему дает Бог в своем слове. Если человек болен, он должен получить от Бога рему, слово. И когда человек получает рему, тогда уже не важно, что происходит вовне. Важно, что происходит внутри. Не важно, что происходит вокруг. Важно то, что происходит внутри этого человека. И тогда надо взять эту рему, схватиться за эту рему, обнять эту рему. Как Давид сказал: «Я искал Твоего Слова, я нашел Твое Слово, я сокрыл Твое Слово, я ценю Твое Слово». Вот это Слово, оно становится действенным. Оно, а это уже не просто Слово, это то, что дает тебе жизнь, то, что дает тебе идентификацию, то, что дает тебе смысл, что помогает тебе пройти вызовы в твоей жизни. Я думаю, что перед нами, людьми, будут большие вызовы. И самый большой вызов – это понимать, кто ты. Как-то не парадоксально, но в самых развитых странах самое большое количество самоубийств. И штат Вашингтон, он тоже как бы Просперити штат, да, или Нью-Йорк, я не знаю, какой там, вы, может, лучше разбираетесь, но число самоубийств большое, потому что человек в развитом обществе легко себя теряет. Когда будет создан искусственный интеллект, это моя теория, да, то эта проблема станет намного глубже, потому что будет массовое увольнение людей, которые проработали на тех или других корпорациях, и кто ты тогда? Кто ты? Робот делает, искусственный интеллект делает, а кто ты, человек? И мне кажется, что пророчество Иаиля, когда люди будут ходить от моря и до моря, то есть от Атлантического океана до Тихого океана, и будут искать что? Слово Божье. Что Библии не будет? Она в каждом смартфоне. Они будут искать Слово, которое даст им идентификацию. Отождественность, да? Да, отождественность. Человек, ты кто? Ты кто? Вот это важно, понимаете? Бог дает нам и последующему поколению именно тождественность, понимание, кто ты. По сути, мы возвращаемся к азам Евангелия, да? Потому что, когда человек, это то, о чем ты, пастор Сергей, начал говорить, первая вещь, вот этот стержень, это основание. Кто он для меня и кто я в Боге? И до тех пор, пока этот вопрос не отвечен, ни окружение, ни состояние, ни банковские счета, даже здоровье, оно не заполнит этот вакуум. Вот когда у человека есть или имело место личная встреча, переживание, он нашел свою тождественность в Боге,
любые вещи могут быть брошены через него. Это как тот, о котором Христос заявил, что он копал и углубился. Почему, когда наперли эти воды, да, и разлились реки, дом, строение, оно устояло, потому что имело стержень, имело очень глубокий фундамент. Вторую вещь, на которую ты обратил внимание, это понимание времени. Жить согласно божественным часам, знать, что сейчас на программе у самого Бога. Не то, чем я движим, не то, что бы мне хотелось, но как ситуацию оценивает сам Бог. Вот здесь очень важно, я бы хотел, чтобы мы продолжили наш разговор в этом ракурсе, потому что апостол Петр в одном из своих посланий говорит, ты интересную заметку, пастор Сергей, сделал, что истина через поколение, через столетие, она по-своему может быть, она не меняется, но она по-своему может быть преломлена. И вот апостол Петр говорит, дабы вы были утверждены в настоящей истине. Наша ежедневная радиопрограмма, название Present Truth. Не с тем, что она настоящая истина. Истина всегда настоящая. С тем, что она вот для этого часа, она для этого времени, она для этого сезона. Что Бог говорит тебе, как лидеру, как пастору, как епископу, для сезона, в котором мы сейчас находимся? Можно сказать, что present truth – это как сущая истина. Бог есть сущий, который я mm-hmm. есть сейчас и теперь, и я никогда не перестану быть. Никогда не изменюсь. Что есть истина сейчас? А где? В Америке? Для в вас что? Для тебя, как для лидера, как для пастора? Для. Ну, я еще перед Пилатом не стою. Желательно, чтобы там не оказаться. Что есть истина? Я о том, в каком сезоне, о чем сейчас Дух Святой говорит твоему сердцу. Что важно вот в этот период? Очень важно в этот период быть выше своей национальности, быть выше своего патриотизма, быть выше своих убеждений или парадигм. Потому что все эти вещи, они могут помешать слышать Бога. И они могут помешать интерпретировать то, что делает Бог. Хороший пример я могу привести и современности, но вместе с тем лучше касаться Библии. Когда два царя, иудейский и израильский, они пришли, такой сделали альянс, чтобы возвратить город, который завоевала Сирия. Помните этот момент, да? И все пророки, их было, кажется, 400, да? Они говорили, сим победишь, помните эти рога? И такое пробуждение, такое воодушевление, такой энтузиазм всех был, такой патриотизм, мы возьмем, это же наша земля. А тут говорит иудейский царь, а есть ли у тебя еще пророки? Он говорит, да, есть один, Михей, кажется, его зовут. Он где-то там в горах, в ссылке находится. И вот его он уже не ведут, вхож в этот, да, в этот... потому что ему не давали кушать с этого стола царского. Он был как бы отщепенец или в ссылке. И вот этот посланец говорит, слушай, Михей, я тебя очень прошу, давай не будем портить праздник. Там все так классно. Там такой альянс, там такое пробуждение, там такая сила, там так все классно, мы все так, ух, мы так накачаны. Ну скажи, что все будет хорошо. Он говорит, да, конечно, скажу. И он так пришел и сказал, все будет хорошо, идите, все, победите. А этот говорит, нет, ты врешь, ты врешь. Он чувствовал, что пророк говорит от себя тяну. Дело в том, что помазание, оно чувствуется в голосе. Оно передается голосом помазания. Он говорит, скажи, что Бог тебе сказал. И вот смотрите, Михей, который был патриот своего государства, пророчествовать против этого государства было большим вызовом. Но он говорит, я видел овец по горам, рассеянных и так дальше. Помните всю эту историю. И он один говорил истину. Вот что есть истина? Истина это войти во святое святых, в четвертое измерение или какое там десятое, то есть прийти к Богу и услышать, что там происходит. А там было совещание, то есть Бог решил убить Ахава. Бог решил убить Ахава. Поэтому я говорю, что Бог не пацифист. Очень много верующих
пацифистов, а Бог не пацифист. И он написано, я решил убить Ахава. Как это сделать? Один из ответов мы уже сказали. И там такое место, что один сириец случайно натянул лук, случайно выстрелил, и случайно стрела попала между лад. Это буквально, может, один сантиметр, и поразила Ахава. Сердце. И он умер. Да. Истина – это Бог, действующий в настоящее время. Это очень важно. Смотря на события, которые происходят в Украине, в России, между этими двумя странами, смотря на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки в свете выборов, недавно происшедших, и в свете всего, что происходит в мире сейчас, очень важно не разбежаться по своим национальностям, своим убеждениям или по своим симпатиям. Очень важно иметь дух, который был в Михее этого пророка, который пел другую песню. Он скворец, как пел этот Макаревич, да, не хотел улетать. Зачем его куда-то зовут, понимаете? Есть сила в том, чтобы знать Бога и то, что Он делает сейчас. Например, я, можно это говорить о политике или в церкви, или нельзя, я не знаю, но я думаю, что можно, потому что общество и церковь – это неразделимые вещи, понимаете? Церковь – это совесть общества или тормоза в твоей машине. Если нету тормозов, машина разобьется. Если нету совести, то общество будет принимать такие законы, которые потом становятся очень печальными. Thank you.